О, мой Бог святой, о, мой Бог святой, поклоняюсь я тебе. Я иду так за тобой, я иду лишь за тобой, ты единственный для меня есть дверь, выход из всех моих проблем, выход из всех моих тупиков, выход ты, ты мой Бог, ты мой спаситель, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Боже, хвала Тебе, Боже, хвала Тебе, Боже, хвала Тебе за эти облака, за этот океан, за эти волны. Славлю я Тебя за то, что Ты, мой Бог, не оставил меня, за то, что ты, мой Бог, не сделал так, как люди, но сделал так, как Бог. Боже, хвала тебе, Боже, хвалы моей, не примолчи, не примолчи. Боже, хвалы моей, не примолчи. Спасибо тебе, мой Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, мой Бог. Спасибо тебе, мой Бог. Спасибо тебе, мой Бог. Аллилуйя. Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе. И как эти волны, Боже, как они настигают. Боже, пусть точно так, волна за волной, приходит Твоя благодать, приходит Твое благословение, приходят Твои благословения, благодать на благодать. Как эти волны, Боже, как этот океан, океан Божьей любви. Океан милости Твоей, Господи, океан милости Твоей, покрой меня милостью Твоей, мой Бог. Я так счастлив, Боже, я так благодарен Тебе за этот крусейд, за это время. Я так благодарен Тебе, Боже, за каждого человека, которого Ты избавил, которого Ты спас, который был отравлен, который был погибшим, но Ты пришел взыскать и спасти погибшее. И ты это делал 11 часов. Спасибо тебе, Боже, хвала тебе. И ты дал, Господь, нам слово. Господь, слово о послушании. И я благодарен тебе, Боже, что сегодня мы знаем, почему ты превознесешь человека, почему ты превознесешь человека, увидев в нем послушание. 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 Океан. Сейчас начинается прилив. Начинается прилив, и волны все выше и выше. Это так здорово, как в нашей жизни. Прилив Божьей благодати, прилив Божьей славы. Он выше и выше, друзья. Когда мы говорим с вами о деяниях, о первой главе, второй главе, когда во второй главе Дух Святой сошел, такой был сильный шум в доме. Это был такой ураган, что привел в движение весь город. И представляете, как Петр, как он говорил, как он провозглашал слово. Помазанный Святым Духом, он говорил смело. Он говорил о нашем Господе Иисусе. Самое главное, он говорил о воскресении Христа. Друзья, Писание говорит, что Иисус, Он был послушен, и послушен до смерти, и смерти крестной.
когда ты думаешь, что не обычной смерти, а смерти крестной. Человек в этот момент, поймите, друзья, он хочет умереть быстро, он хочет умереть без мучений. Но крестная смерть тому заключалась, чтобы человек умирал долго, мучительно. Иисус пошел на это. И когда он был на кресте, он был этим мужем скорбей, изведавшим болезни. И мы смотрели на него, говорится, и отворачивали от него свои лица, не понимая, что он несет на себе наши грехи и за них расплачивается. Он несет болезни наши и за них расплачивается. Он несет душевное страдание и за него расплачивается. Одиночество и за него расплачивается. Вы знаете, друзья, 54 глава Исаии говорит, что после того, как Иисус, он послушал Отца и сказал: «Не моя воля, но твоя да будет». После этого начинается 54 глава, где говорится: «Воскликни, бесплодная, провозгласи, не мучившаяся родами, ибо у тебя более детей, нежели у имеющей мужа». И там дальше говорится: «Не стесняйся, ибо не будешь поругани». Ты, потом такое обетование, знаете, интересное, ты забудешь вдовство юности твоей. Ты забудешь одиночество. Вдовство, друзья, это когда ты потерял что-то, когда ты утратил самое дорогое, что у тебя есть, и ты живешь с этой болью. Вот что такое вдовство. И вы представляете, он говорит: ты забудешь это, я исцелю твою душу, я исцелю твои раны, я исцелю тебя, и все у тебя будет хорошо. Говорит: не стесняйся, не смущайся и не бойся, потому что теперь, говорит, я супруг твой. Теперь он говорит, уже никто не умрет, я твой супруг. Вот почему мы названы как церковь невеста, потому что наш супруг – это сам Иисус. Он говорит: я супруг твой. Я благословляю вас сегодня, друзья. Читайте Деяния, 12 глав, мы разбираем Библию. И читайте обязательно 10 глав, 3 Царств. Мы разбираем это слово. И вы будете слышать еще это слово. Это будет очень интересно. Это будет мощное, мощное время. Сейчас я расскажу о видении. Мы собираем всю команду. Мы думаем собрать команду примерно со 100 стран, по 2-3 человека. Я буду учить их 2-3 месяца. И это потом перерыв, они пойдут трудиться на практику, и потом они вернутся снова на месяц. И так будет 2 раза в год минимум, может даже 3. Потом у нас будет очень интересная академия евангелизма. Это евангелизм в интернете. Это будет очень интересная тема. Потом у нас будет школа процветающих. Вот она будет, и мы, скорее всего, ее переложим еще раз, потому что я чувствую, что нужно, чтобы все до одного человека были на этой школе. И, возможно, надо будет в декабре. Послушайте, потом будет саммит. Но потом будет закрытый саммит, где будет всего 10 человек. И, может быть, больше получится. Но я хочу до 10, чтобы было. Потому что это будет время, когда я должен буду за 2 недели, 2-2,5, уделить каждому время, с каждым помолиться за освобождение, за разрушение проклятий, конкретно изгнать бесов с человека, дать просто что-то новое. Я назвал это перелом, преломление в лучах Божьей славы, преломление жизни. Ты пришел одним сюда и уйдешь другим. Мы будем видеть Бали, летать на вертолете. Это очень интересно. Будем плавать на катерах, будем оставаться в джунглях. Это будет очень интересно, друзья. Мы будем, знаете, на дельтапланах даже летать. И будем с аквалангами погружаться. Это вот такие 2 недели, которые просто будут для тебя как будто события, которые ты за всю жизнь не пережил. Вот сегодня уже есть люди, которым Бог проговаривает: ты должен там быть. И это не обязательно бизнесмен. Нет, это всегда жаждущий человек. Это стоит денег, потому что все это дорого. Но вы знаете, друзья, всегда, когда не поедешь, дороже будет. Потому что когда ты вкладываешь, инвестируешь свои деньги в свою мудрость и в Дух Святой, и в помазание, в это время, когда ты так инвестируешь финансы, ты пожнешь большую жатву. Когда ты удержал финансы, и просто они у тебя потратились, ты потерял просто время и потерял свою жизнь, возможно. Я призываю вас, друзья, сегодня молиться, чтобы Дух Святой вам говорил, что вам делать.
Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Амен. Люблю вас всех. Читайте Библию. Поздравляю с Крусейдом!